Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 11. Реши примеры в тетради и отгадай, кто это. Первый пример. 559 отнять 172. 9 минус 2 будет 7. От 5 7 не отнимешь, занимаем. От 15 отнять 7 будет 8. 4 минус 1 будет 3. Ответ 387. 428 отнимаем 76. 8 минус 6 будет 2. От 2 7 не отнимешь, занимаем. 12 минус 7 получится 5. И сносим 3 сотни. Ответ 352. 341 минус 5. От 1 5 не отнимешь, занимаем у десятка. 11 минус 5 будет 6. Десятков осталось 3 и сотен 3. Ответ 336. 800 минус 714. 10 минус 4 будет 6. 9 минус 1 – 8. И 7 минус 7 – 0 сотен. Ответ 86. Затем мы эти буквы поставим в заданные таблицы. 612 отнять 318. От 2 8 не отнимешь, занимаем. Занимаем у десятков. 12 минус 8 будет 4. У десятков у нас остался 0. От 0 1 не отнимешь, занимаем у сотен. 10 минус 1 будет 9. А 5, так как мы занимали, минус 3 будет 2. Ответ 294. 235 минус 159. От 5 9 не отнимешь, занимаем у десятков. 15 минус 9 будет 6. От 2, так как мы занимали, 5 не отнимешь, занимаем у сотен. 12 минус 5 – это 7, а 1 минус 1 – 0. Ответ 76. 920 минус 247. От 10 отнять 7 будет 3. От 11 отнять 4 – 7. И от 8 отнять 2 будет 6. 673. 705 минус 65. 5 минус 5 – 0. 10 минус 6 – 4. И сносим 6. Ответ 640. 138 плюс 26. 8 плюс 6 – это 14. 4 плюс 2 – 6. И 1 сносим. 164 плюс 275. 4 плюс 5 – 9. 6 плюс 7 – 13. 1 плюс 1 и плюс 2 будет 4. Ответ 439. 79 плюс 18 будет 97, а 420 плюс 97 будет 517. 3 прибавить 29 будет 32. 32 прибавить 314 будет 4 плюс 2 – 6, 1 плюс 3 – 4 и сносим 3 – 346. 58 прибавить 6 будет 64, а 64 плюс 343 получается, что сложив единицы 7, десятки 10, 0 пишем, а 1 в разряд сотен. Получаем 407. Когда мы занесем эти данные в таблицу, то мы получим ответ, что это Эдуард Успенский, автор знаменитых рассказов для детей, в том числе и о Чебурашке и крокодиле Гене. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.